Вот вы видите, сзади меня находится Даунинг-стрит. Там висят флаги Украины. Два даже флага, сейчас покажу ближе. И меня спрашивали, что у нас изменилось в связи вот с этими выборами, ситуацией. Вот сзади меня Даунинг-стрит. А вот смотрите, вот сколько полицейского транспорта, которое Даунинг-стрит это охраняет. И это только со стороны Сент-Джеймс-парка. Там еще есть центральная улица. Ну вот как-то так. То есть готовятся подавлять народные восстания, что связано с повышением цен, с невозможностью оплачивать по счетам. Так это еще только 5 сентября, 6 сегодня. Ну вот как-то так, да. Это Даунинг-стрит, вот их не гарден, где была эта известная партия. А вон, видите, это тоже дома Даунинг-стрит, и вон украинские флаги. Один, и вот второй. Британский тоже там есть, да. Ну все, это короткая заметочка, просто ответить на вопрос, какие у нас изменения. Ну вот такие вот. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, что бы вы хотели посмотреть, я с удовольствием для вас сниму. Пока-пока, до следующих встреч. Thank you.